Всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно окантовать горловину без окантовывателя. Сейчас я буду окантовывать горловину рябановой бейкой. Я окантую без окантовывателя. Сейчас покажу, как это делать. Так, вот вначале я прокладываю строчку на кусочке ткани, чтобы посмотреть, как настроена строчка. Теперь берем вот нашу горловину, вот будем отсюда начинать, и вот так вот сворачиваем. Всегда оставляем кусочек сверху, а не с самого начала шьем. И все это дело под лапку. Закрепили, чтобы иголочки были в ткани и в бейке. И теперь вот так вот равномерно натягиваем. И аккуратненько шьем. Не торопимся. Саму ткань основную не трогаем, не натягиваем, натягиваем только бейку. Вот что у нас получается, видите? Очень аккуратненько обработана горловина получается. А вот эту вот лишнюю ткань я потом срежу. Если у нас есть рукава, как в нашем случае, сразу же окантую рукав. Подкладываем сюда. Ничего не отрезаем, продолжаем шить. И второй рукавчик сейчас. Я окантовала горловину, вот видите, теперь просто беру и излишки бейки я срезаю ножницами, аккуратненько, не задевая строчку. Вот что получилось у меня. Это вот с изнанки, это с лицевой стороны. А теперь попробуем окантовать футболку из кулирки с лайкрой бейкой из этой же ткани. Вот так же натягиваем, как и рябан. Так, вот что получается. Видите? После ВТО, конечно, будет лежать еще красивее. Также излишки ткани я потом срежу. Теперь я обработаю горловину бейкой из кулирки 100% хлопок. Тут я уже ничего не натягиваю, просто шью по горловине и все.
Видите, что получилось у нас? Вот такая горловина получается. Это все прогладить, отпарить и вообще будет лежать аккуратно. Я окантовала горловины без окантовывателя. Если на окантовыватель вы шьете, да, у вас на выходе только бейка, например, сантиметр, да, получается. Вручную же я могу сделать ширину, какую мне надо. Вот тут вот у меня пошире получилось на выходе. Вот здесь вот я показала, да, видите, здесь примерно 1 сантиметр на выходе. Это репановая бейка окантована. Тут окантована футболка из кулирки с лайкрой. И бейку тоже сделала из кулирки с лайкрой. Окантована кулиркой 100% хлопок. Здесь я только еще лишнюю ткань не срезала. Просто покажу. Смотрится очень даже неплохо. Я еще не отпарила строчки. Поэтому, девочки, если у вас нет окантовывателя, то ничего в этом страшного нет. Можете попробовать вот таким способом. Тем более, как оказалось, не только я одна таким способом обрабатываю горловину и срезы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!